Почти 200 тысяч рублей требуется на реабилитацию 15-летней Насти Валенко из Куйбышева. Год назад ей сделали сложную операцию на позвоночнике. Средства тогда удалось собрать с помощью зрителей нашего канала. Сегодня мама девочки вновь обращается за помощью к неравнодушным, к чужой беде людям. После операции, казалось, жизнь налаживается, рассказывает мама Насти. Титановый имплант надежно зафиксировал позвоночник и остановил его деформацию. После одного курса реабилитации Настя почувствовала себя намного лучше. Но беда пришла с другой стороны. Вновь обострилось заболевание щитовидной железы. На данный момент выяснилось, что заболевание щитовидной железы в третий раз рецидивирует у Насти. То есть на данный момент, если бы ребенок не был так ослаблен после операции предыдущей, была бы рекомендация удалять полностью щитовидную железу, либо облучать радиоактивным йодом. То есть как бы на данный момент у Насти ухудшение самочувствия. Пока врачи могут помочь девочке и без операции. Соответствующее лечение, реабилитацию по Настиным заболеваниям готовы оказать специалисты одного из оздоровительных курортов Алтайского края. Для этого необходимо почти 183 тысячи рублей. Сумма для семьи неподъемная. Сейчас, благодаря помощи людей, собрали чуть больше 50 тысяч. Оставшуюся сумму, 130 тысяч рублей, нужно собрать до 24-го, грубо говоря, потому что 24-го мы уже уедем. Там сутки, грубо, дорога. Чем быстрее будет собрана нужная сумма, тем больше шансов у Насти на выздоровление. Оксана Тимошенко, Надежда Чернова, Андрей Лебедев, Новости УТС.